Какой прекрасный день. Сегодня у мамы днюха, 60 лет, юбилейчик. День рождения, мама. Скоро будем гулять. Такие цветочки классные оформили мне. Блин, даже с мамой нравится. Забрал бы, но все тебе. Ты самая лучшая мама. Такой с паузой, но я думал вообще ничего не говорить изначально, поэтому так. Ведь мама услышит, ведь мама придет, ведь мама ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Ведь так не бывает на свете, что были потеряны детям. Вот. Больше я песни не помню, да, про маму? Исполняет Павел. Песня Дианы Гурцкой «Мама». Мама, где ты? Где ты, мама? В мире одиноко без тебя. Красивый букет, не правда? Да. Мне нравится вообще. Чудо. Нам еще дорогу сделали в честь маминого дня рождения. Ой, ты, боже мой! Сынулька мой! С днём рождения! Ой, какая красота! Спасибо! Спасибо, какая красота! Обалденная! Надо же такую придумать красоту! Всё. Давай еще целуемся! У меня вкус есть! Целый день с ним будешь ходить! Ой, обалдеть! С днём ВМФ! Всё, повторно! На виде! Ну ладно, так! Ой, ты боже, я сейчас открытуля. Все позвонили, надо ехать. Надо. С днем его мая. Вот из этой ямы вчера все. Козмодемьянск. Да, из этой ямы? Конечно. Вчера здесь была авария. А мотоцикл вписался в машину. Они останавливались, не разбирались, кто виноват. Папа говорит, яма, но было очень яркое солнце. Можно не увидеть, а можно просто на встречку выехать, как это делают обычно. А, вот эта шлюпка, которую я вчера видел. Она на Мумарике стояла. Называется Святой Косьма. День ВМФ. Здрасте! Это круто, это патриотично. Морской клуб «Паллада» со своей шлюпкой, которую я вчера видел на Мумарике, портуется к берегу. Неделя мы празднуем День военно-морского флота, а уже через неделю День воздушно-десантных войск. Этот праздник более мирный. Бело-синие, более мирные ребята. Вот ВДВшники, это трындец, вечно ломают фонтаны, купаются там, бьют людей. Ну не все, есть тоже нормальные ребята. Еще парусничек. Тем временем мои родители встречают гостей. Прибыл паром, скорее всего, на этом пароме мамина сестра. Приехала она с другой стороны Волги. Играет российский гимн. Это детский учебный парусник, говорит. Очень, очень круто. Народ у вас вызывает
патриотизм любой из таких праздников. У меня лично, да. Это круто. Молодец. Огурец. Минута молчания. Как настроение? С праздником, вот. 6-0. 6-0. Сегодня. День военно-морского флота. Ура! Папа, сюда. Вообще здорово. Здорово сегодня. Погода великолепная. Я снова делаю шаг. Я поднимаю свой стол. Пресная речь через шлюпки Святой Косьма закончилась. Сейчас все будут заходить на землю. Так понимаем. Сперва идут старшие по рангу. Вот дяденька с большими усами явно очень важный. Сейчас мы его снимем. В рангах я ничего не понимаю, поэтому называть не буду. Это одежда историческая. Бунимьян основан в честь похода Петра I на Азов. И первыми поселенцами здесь были стрельцы. Вот это стрелковая одежда. Так они и выглядели. Установленная. Держу вам, наверное, те люди, которые сейчас у нас охраняют русло реки от хищников, браконьеров. Это воздушно-десантные войска. Такова форма. То, что написано на лычках, я прочитать могу. Вооруженные силы России. Гриша, русская традиция, хлеб и соль. Саша, так и встречают у нас по сей день. Выяснилось, Евсевсеев, президент республики. Здравствуйте. Здравствуйте, всем с праздником. С праздником. Спасибо. Это табличка у нас называется «Посторонним В». Посторонним вход воспрещен. Все, президент ушел. Так, мам, в кафехе, которое мы хотели заказать, причал, вот этот президент и собирается сидеть. Нам и сказали, Евсевсеев какой-то. А мы понять не могли, кто же там. То есть, кто же это такой? Да, кто нам мешает днюху справить. Пришлось другое. Все, президент ушел, пришел простой люд. То есть то, что, о чем я вам рассказывал, Святой Косьма. Историческое название. Город у нас Козьмодемьянск. Сейчас пишется все вот так. Если бы по старому стилю, был бы Косьмодемьянск. В честь Святой Косьмы и Демьяна.
Саша, иди сюда. Вот он за счет заниматься. В турецке они уже другие, как говорится. Не то, что строить будем скоро, да? Да, да. Скоро. Я много осталось. Ну, благодарность. Организацию туда Паллада. Нас снимает телеканал «Россия». А можно чуть пониже флажок? Прямо с революции какой-то флаг. Все берут интервью, что очень круто, вызывает чувство ответственности. Но я думаю, этот маленький, но уже в душе большой человек знает, что ответить. Говорили, шлюпку делали они 4 года многострадально в связи с нехваткой средств. Получилось очень классно, красиво. Такое хоть кругосветное путешествие. Ну ладно тогда. Вот после кафе похороны. Нам чай пить. Все. Давай так тогда. Какая у нас традиция? В то время работал дед, телемастерская бывшая. Сейчас торговый дом. Поликлиника. Нет, это работает. Ну что, к нам едем, да? Нет, Сергей. Она не уговорила. Но она пообщаться не хочет. Гни свою линию.